Биоошейник антипаразитарный. Длина 35 сантиметров. Водостойкий. Есть в разных цветах. Красный, желтый. Еще есть синий. Изготавливает Санкт-Петербург. Повышенная эффективность без резкого запаха. Действие ошейника до 3 месяцев. Губка восьмерка для мытья автомобиля. В разных цветах. В этом фикс-прайсе есть жидкое мыло Абсолют. Антибактериальное. 250 грамм, 55 рублей. Также есть кусковое антибактериальное мыло Magic Drive. Новинка. Туалетное мыло Камей. Купаж цветочных масел. 85 грамм, 27,50. Влажные салфетки очищающие, антибактериальные, 120 штук. Также в этом фиксе большое количество небольших упаковок по 20 штук антибактериальных салфеток от Котте. Новые влажные салфетки Detox, 60 штук с углем, 2 вида упаковок. Салфетки не содержат спирт, подходят для лица, рук и тела. Состав одинаковый. Новая серия альбомов «Рисуй легко», «Водный мир». Стоимость 99 рублей. Внутри есть образцы рисунков и свободные листы для того, чтобы их повторить. Покажу немного новых книг. Детские книги по 99 рублей. Внимательно выбирайте книги. В одной переплет перевернут. Бумага белая, приятная. Книги для взрослых 77 рублей. Есть новые книги в мягком переплете по 99. Бизнес своими руками. Как превратить хобби в источник дохода. Это интересная книга. Семьдесят семь рублей. Очень большой выбор новых книг, но у нас все завалено. Вот немножко вам показала. Пойдемте смотреть дальше. И вот немножечко я прибралась на этой полке. А вот тут в канцелярии порядок. Молодцы, девчонки. Конечно, очень сложно. В этом фикс-прайсе большая проходимость. Какая тетрадка классная. Поэтому неаккуратно на полочках часто бывает. Все набросано. 99 рублей. Тетрадка 80 листов. С тактильной вставкой. Поищем еще варианты. Вот такую еще нашла сердечком.
Их у нас 7 вариантов. Потихоньку меняют зимнюю коллекцию на летнюю. Появились мужские шляпы по 99 рублей. И вот такие шляпы с сеточкой. Упаковка с мыльными пузырями за 99 рублей немного изменилась. Также в разных цветах. Здесь 1 литр. Новые сервировочные салфетки 45 на 30 сантиметров 99 рублей. Изготовлены они из ПВХ. Это Китай. Очень красивые. В трех расцветках. И вот такая еще светлая. Также есть новые салфетки сервировочные. Кружево 26 на 45 сантиметров. Это Россия. Изготовлены из ПВХ. Какая красота. Здесь я вам цену точно не скажу. Они всегда стоят по-разному. Какие-то 25 рублей, какие-то 18-30. Вот это уже была. Вот еще какие красивые двусторонние салфетки. 44 на 29, это уже Китай. Первую я вам показала, а с обратной стороны не перевернула. Вот такая тут чашка кофе красивая. Цена вот этих двусторонних 27,50. И еще один вариант. Новые складные коробки 34 на 20 на 19 сантиметров. Нетканный материал, картон, 99 рублей. В разных цветах. Вот такой кофейный вариант. И мне больше всего понравился вот такой зеленый. Но коробки слабые, лучше их не нагружать. В этом фикс-прайсе тоже трудности с перчатками. Есть только хозяйственные, 55 рублей. Набор губок. 55 рублей, 6 штук для посуды. Изготовлены из полипропилена. Губки жесткие. Конечно, не то, что металлические, но жесткие. Подставка для губки. Вот так вот ее можно повесить на кран. 55 рублей. В разных цветах. Розовые, желтые, синие. Снова приехали большие ящики с крышкой. 199 рублей. У нас остались в двух цветах. Ящики классные. Я такие брала и с удовольствием ими пользуюсь. Крышка у них только накидывается. Вот так вот это выглядит. Изготавливает Архимед. Есть значок для пищевых продуктов. 17 литров объем ящика. Новая посуда. Рыбки. Тарелка глубокая, 16 сантиметров. Опаловое стекло, это Китай. Так, есть большие, они стоят 149. Вот эти маленькие, не скажу вам пока цену. Блюдо 30 сантиметров, опаловое стекло. Вот они. Нашумевшие емкости для блендера 149 рублей в двух цветах, с розовыми крышками и вот с такими сине-зелеными. Внизу есть вставка антискользящая, шкала мерная до литра 200 миллилитров, а вообще объем 1,5 литра. Крышку сверху снимаете,
вставляете блендер и взбиваете содержимое чаши. Пластик ничем не пахнет, изготавливает Россия. Есть значок для пищевых продуктов, значок для посудомоечной машины. И максимальная температура, при которой можно использовать, плюс 60 градусов, минимальная минус 5.